Так, народ, сегодня у нас еще вот такая вот посылочка. Шла она у нас 23 дня. Это у нас должен быть термоклей. Здесь должно быть 6 штук. Давайте посмотрим, проверим. Здесь у нас две упаковки и в каждой 6 штук. Это... Но у нас подарок, что ли, или как выходит? Сейчас еще раз я посмотрю. А, я заказывал две штуки. Но дело в том, что у них толщина должна быть потолще. Это маленькие. Я заказывал толстые, прислали маленькие. Вот такая вот у нас неприятность. Ну ладно. Думаю, что не думать с ними. Может, как-нибудь горячим феном их плавить. Вот, получается, шли 23 дня. Цена за одну штуку, за одну пачку, то есть за 6 штук, тоненькие. Обратите внимание, тонкие. $1.40. Или же сейчас они стоят 83 рубля. Ну, вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, удачи вам. А ссылка на товар в описании. Ссылка на меня в ВК тоже в описании. Задавайте вопросы.